танк мяч перевести на Турлина, но получается заброс в направлении сайта. Сайта сбрасывает на Григорова. Григоров на левом фланге, но не очень много предложений впереди. Пробить решил Вячеслав. Неплохой удар. Где-то в метре полтора. На левом фланге прижал. Много команды. И Глебко с лета удар. Есть гол! Такой Сергей Глебко забил гол. Ударом со скоком от земли. Не очень сильно. Но может быть ошибся вратарь. Может быть Сергей Глебко пробил так хорошо. Мяч так прыгал. Если... Штрафной Лисько. Подача высокая в центр штрафной. И удар по воротам. Рибасолов, по-моему, бил. Еще не первый на мяче. Вот Бовко с мячом. Заброс на Николая Зинько. Подача Зинько выигрывает борьбу. Сбрасывает и первый на мяче. Сайта! Гол! Йосуке Сайта! Нет, не засчитывает взятие ворот, похоже. Или засчитывает. Засчитал судья взятие ворот. 2-0. Йосуке Сайта. Исполнение Лисейко. Разбег. Удар. Над перекладиной мяч прошел. Даже Горбач, защитник, вошел спокойно на половину поля Белшины. Только там уже его глубоко начали встречать. А вот ошибся Слуцкий. Контратака может получиться хорошая у Белшины. На Турлина хорошая передача, удар. И как же так? Так, не по... Подача, нет, не подача. Сброс под удар. Алексейка бьет и перекладину от рук вратаря. Мяч попадает и... Белшина немножко прижала случайно. И вот сейчас хороший может быть этот момент. И Хлебосолов. Лисько на выходе играет очень хорошо. Цепки. Подача, нет. Снова Алексейка мяч сбрасывается. Алексейка бьет прицельно. И какой красивый гол забивает Дмитрий Алексейка. Прекрасно разыгран был мяч. И Алексейка... точным ударом в девятку отправил мяч. 3-0, Слуцк впереди. Радуется Алисейка. Хороший получился момент. И сейчас получит Дмитрий желтую карточку за то, что снял футболку. Подача опасна. И хороший удар. И снова Хлебосолов находит момент для удара. Казалось бы, сколько раз уже Дмитрий бил. И... Григоров не смог выйти. И дальний удар. Хороший Артур Лисько на месте. Мяч у Белшины. Заброс хороший. И снова Цветинский. Головой сейчас уже сыграл очень рискованно. И ошибка Сергея Цветинского на этот раз привела к голу. Пытался он скинуть головой на Артура Лисько. А сзади уже подкарауливали его. Гол в ворота футбольного клуба «Слуцк». Забил игрок под номером 14, Алексей Козлов.